А вы знаете, на сегодняшний день вы можете, не выходя из дома, получить 30 государственных услуг без электронной цифровой подписи и в доступной форме через портал электронного правительства. Для этого вам необходимо один раз посетить ЦОН и там зарегистрировать ваш номер мобильного телефона на портале www.egov.kz. Прямо сейчас я покажу вам самый удобный для этого способ. С помощью одноразового пароля вы можете получать 30 государственных услуг всего за 2 минуты. Видите? На рабочем столе вашего компьютера расположены разные виды браузеров. Это могут быть Mozilla, Chrome или Explorer. Например, открываем браузер Chrome, нажимая на него мышкой два раза. Затем, переключив клавиатуру на английский язык, в адресную строку вводим надпись egov.kz. После ввода нажимаем кнопку Enter. Теперь нажмите кнопку «Войти», расположенную в верхней части портала. На следующей открывшейся странице из имеющихся 4 разделов выбирайте раздел «Одноразовый пароль». В открывшейся строке введите ИИН и номер вашего телефона и далее нажимайте кнопку «Получить код». После этого на ваш мобильный телефон за короткое время придет 5-значный код. Данный 5-значный код вводите в соответствующую строку и нажимаете кнопку «Войти в систему». Теперь мы вошли на портал egov.kz. Как вы сами видите, на портале egov.kz можно получить адресную справку, справку о заключении брака, справку о наличии отсутствии недвижимого имущества. К тому же можете посмотреть штрафы, налоговую задолженность, регистрацию юридических лиц, а также быстро получить и другие 30 услуг электронного правительства. Например, как получить адресную справку? На главной странице портала, выбрав раздел «Гражданство, миграция и иммиграция», нажмите кнопку «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета», а далее кнопку «Получение адресной справки». В открывшемся окне нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн». Здесь, в зависимости от вашего выбора, выберите один из пунктов – на себя, на ребенка, на супруга. После этого нажмите кнопку «Подписать» и «Получить справку». В следующем окне появятся 3 способа подписания. Из этих 3 способов выберите кнопку «Подписать, используя SMS-пароль». И далее нажмите кнопку «Получить код». За короткое время на ваш телефон еще раз придет 5-значный код. Полученный код введите в соответствующую строку и после ввода нажмите кнопку «Проверить код». Далее появится кнопка «Обновить статус». Вам необходимо будет нажать на нее в течение 5-10 секунд. Как вы уже заметили, вам предоставили адресную справку на 2 языках. Выберите удобный для вас язык. В новом открывшемся окне появится ваша адресная справка. Теперь последний шаг. Нажмите рисунок принтера, расположенного в верхней части, а в открывшемся окне нажмите кнопку «Печать». Тем самым вы сэкономили время, затрачиваемое часами, находясь в очереди. К тому же вы становитесь человеком, овладевшим современными технологиями. Если у вас все еще имеются вопросы касательно получения государственных услуг, вы сможете получить ответы на них на сайте memkazmet.kz, который вы видите на экране. Или же можете связаться по указанному номеру.